23 октября 2021 года. Вот такие инструменты у меня. Будем метать стожок вот из этого сена. Наконец-то мы разобрались со своим огородом. Задисковали. Приехал, все было в бурьяне. Все почистили. Сейчас осталось пахать. Ну и внизу была травка. Ее скосили, подсушили. И сейчас смечем. Погода прекрасная. Самолеты летают. Все в полосах. Следы. На улице тепло, плюс 17. Небольшой ветер был сегодня. Так, ну вот, процесс у нас идет. Утаптывает. Нанял профессионального стогометчика. Медленно, наверное, накидываем. И что-то получается. Чесать будем попозже. Собрали вчера такой стожок, копешку, и сегодня дождик. Сегодня уже 24 число октября. Немного не причесали, снизу не убрали, но приберем и сверху прикроем шапку. Наша роза ждет мороза. Все уже отцвели.